15 минут ты выгоняла меня отсюда, из дома, чтобы я собирал чемоданы за то, что я сказал себе, что не надо пить, хватит пить. Ты больна алкоголизмом. Отбери ручки, ручки. Ты бредишь? Отведи, я брежу. Ты бреешь. Я брежу. Ты бреешь. То есть ты меня посылаешь... Ты куришь траву с утра до вечера. Я с утра до вечера не курю. Ты куришь траву. Я курю по вечерам. По вечерам, радость моя. Но это же нормально. Отвали от меня вообще тогда. За это отвали. Давай, за это, да. Ты алкоголик. Да. Ты алкоголик. Да. Ты не помнишь, что ты говоришь. У тебя выпадение. Ты только что меня посылаешь... Выгоняешь, собирай вещи и говоришь, я сошел с ума, больной. Потому что ты не помнишь. Ты я больной. Записал, да. Я больной. Ты больной на всю голову. На всю голову я больной. Какой ты? Я с***. То есть меня любимая женщина предает неоднократно, да. А я с***. За такие вещи, да. Любимая за какие вещи, предает. Скажи, за какие? Ты за такой какие? Клеветник. За какие вещи, что я клевет свой сказал? Говоришь? Что я сказал, просто. Говори. Говори, говори. Ну, записывается. Говори, что я клеветал. Да я отпускаю тебя. Что я сказал? За базар отвечай. Тебя, за базар отвечай. Бай-бай. В чем я оклеветал кого? Я так рада, что ты... Давай, хорошо, давай. Все. Я отпускаю тебя. Спасибо. Ты выгоняешь меня. Ты меня нет, выгнала только я что. Я не выгоняю. А мне я не выгоняю. Я отпускаю тебя. Это я говорю. Так, меня только что выгнали, а теперь на камеру, блин. Она, я отпускаю тебя. Я ухожу. Я это тоже всем говорю. Какой я люблю жизнь? Эту женщину, но вы видите, что она алкоголик. Какой, да. И не хочет лечиться, увы. Не лечиться мне надо. Да, мне надо лечиться. Я буду лечиться. Я буду лечиться. Давай, иди. Не слушает, я прошу не пить. Меня посылают. Вы сами сейчас видите все. Я наркоман. Я с вечера курю траву, чтобы не сойти с ума от вот этого всего хаоса. От женщины, любимой, но забывающей себя. Я люблю вино французское. Да. И причем каждый день. Французское вино. Каждый день. Это иллюзия Джигурды. Иллюзии Джигурды что? Что каждый день? Да. Я с вами на гастролях, я с вами это живу. Не важно. Это не важно. Важно. Правильно, не каждый день, потому что я вмешиваюсь и не даю напиваться до скотского состояния. Поэтому вы знаете, как алкаши не любят тех, да. Кто не дают пить. Не люблю, да. А я пить-то не могу с тобой. У меня язва. Да. У меня язва, радость моя. Понимаешь, я бы с тобой выпил, чтобы тебе меньше досталось. Это не я научил тебя пить. И пьешь ты от того одиночества, в котором ты сама себя загнала, предав любимого мужчину. Какого уж, да. Вот я об этом говорю. И даже какой этого ужас, не понимаю. Да. Но какой я на любви... ужас после концерта парфюмера, да. Вот. Я встречаю такой ужас дома. Да, цветы сейчас. Да. Завтра ничего помнить не будет, но я покажу. Будет извиняться, как всегда. Потому что не помнит, увы, напивается. Провал происходит. Какой она сейчас, сейчас без памяти. Давай. Какой давай. Я же тебе, чтобы показывать. Да, давай выставим на дверь. Не надо выставить, я для тебя. Ты же говоришь, что ты меня не выгоняешь. Я хочу, чтобы ты какой себя видела в этом состоянии. Да. Себя, не для кого. Чтоб тебе переосмыслить, потому что ты выпадаешь. Вот. Hello. Вот, давай. Конец вот. Связи.